Здравствуйте, меня зовут Сергей Митрухин, и в 19:30 я расскажу о самых значимых событиях дня. Итоговое измерение цен. В январе мы начали мониторинг стоимости продуктов питания. Прошел уже месяц, и пришла пора посмотреть, какие категории товаров за эти 30 дней подорожали сильнее всего, а какие, вопреки слухам, не сдвинулись с места. Подробности сегодня в новостях 24 на 7 канале. Быть или не быть крематорию? Сегодня обсуждение этого важного вопроса в Горсовете превратилось в шоу, а инвестор заявил, что близок к тому, чтобы вообще отказаться от своих планов. Почему буксует реализация проекта, расскажем сегодня в 19:30. В Красноярске растет число заболевших гриппом и ОРВИ. Только на прошлой неделе инфекцию подхватили более 1500 детей. Врачи говорят, дальше будет еще хуже. Обо всем подробнее расскажу в новостях в 19:30.